Наконец-таки Ягис узнал всю правду, которую от него старались скрыть. Как и ожидалось, это становится для него большим ударом. Отец, которого он боготворил, считал своим героем, спасителем из темноты, оказался не отцом, всю жизнь врал ему. Младший брат, которого Ягис всю жизнь оберегал и заботился, ударил ему по самому больному. Отнял семью. Любимая девушка Хазан скрывала от него правду, когда он столько просил ее рассказать все. Ягис сломлен, ему не просто принять прошедшее. Он не сможет их простить, оттолкнет всех любимых людей и решит уехать обратно в Америку. Хазым тоже не может простить Синана, он отвергает его. Гёк-хан сталкивается с Кудретом, выясняет, какой он опасный человек на самом деле и может причинить ему явный вред.